В доме что-нибудь находится? Да. А что находится, можешь сказать? Синтетик. Синтетические наркотики, верно? Да. Они там как оказались? Работал. Ну, то есть ты их изготовил, верно? Да. А каким образом ты изготавливал? То есть ты их умеешь изготавливать или да. Умеешь изготавливать? Да. А где ты взял рецепт? Ну, тебя научили, да, этому? Да. Ну, все. Еще здесь... одна. А здесь есть замок на этой нет, двери? Нет, на этой нет. Сними, Сергеич, металлическую дверь. Вот скажи, пожалуйста, вот из этих ключей, какой ключ вот этой двери? Вот этот вот, да. На этом все, да? Да. На этом поясни все. Еще раз, что это такое лежит? Приспособление для готовки. Вот этот вот вакуумный насос. Да. Сзади него мешалка магнитная. Угу. В этих коробках что находится? В этих коробках находятся колбы. Колбы тоже необходимы для этого, да, для изготовления? Да. Так все, больше наркотиков, кроме вот этого, нет, больше ничего нет, да? Вообще нигде. Вообще ничего нет. Какой из этих ключей от этого погреба? Вот этот маленький, да? Да. В погребе что-то находится, нет? Одна канистра с ацетоном. Канистра с ацетоном, да? Фонарик есть у кого? Телефон, дай фонарик. В погребе есть что запрещено? Нет, одна канистра ацетона. То есть там какие-то приспособления или что? Просто канистра ацетона. Для чего ацетон? Для варки. Варки чего? Наркотиков. Один из ингредиентов, я так понимаю?